Прокуратура попросила у суда ордер на арест 19-летней девушки и ее друга, обвиняемых в убийстве двухлетней девочки. Обвинение хочет поместить их под стражу на 30 суток. Судебное заседание еще не назначено. Убийство произошло на прошлой неделе. Тело девочки нашли в канаве на улице Узинилор. На нем были видны следы многочисленных травм и ударов вилкой. До этого девочка несколько дней находилась с няней, знакомой матери, с которой та ее оставила, уехав на работу в Неспаренский район. Ранее девушка была судима за хулиганство. Согласно Уголовному кодексу, ей грозит до 20 лет тюрьмы, а молодому человеку – пожизненное заключение.